что случилось? Моя дочь убита. Ее убил муж Сенин. Он бил ее, бил. Я говорила ей уйти от него. Эй, помедленней. Я знаю, кто вы. Вы тот, о ком нам говорил Деннис. Мистер Броди, моя девочка, которую я учила ходить, бегать и петь, сейчас мертва. То есть Сенин ее убил? Ну, нет, но он виноват. Она умерла от разрыва сердца, и теперь он хочет найти ее могилу, раскопать ее и забрать кольцо обратно. Прошу, если вы хороший человек, напугайте его. Как? Он боится оружия. Выстрелите в него, только не раньте. Обратите в бегство и скажите, Рахана требует не трогать могилу. Прошу, пусть моя дочь обретет покой. Мы очистим тут все от пиратов. Цитра обещала. Тут было прекрасно. И снова будет. Скорее бы домой. Мы очистим тут все от пиратов. Цитра обещала. Oh!